До выхода на сцену осталось несколько минут, и в гримерках вовсю идет подготовка к выступлению. Все должно быть на высоте. Девочки подклеивают детали, которые отвалились во время транспортировки масок, и делают завершающие штрихи. Один из номеров отчетного концерта – показ дизайнерских венецианских масок. По словам воспитанниц архитектурно-художественного отделения, они работали над ними почти 2 месяца. Мы выполнили, чтобы было объемно. Перья также придают особый шарм, можно сказать. И, конечно же, красивые блески, реснички, чтобы было очень ярко и заметно. Бумажные перья, пайетки, ажурные детали добавляли маскам воздушности и невесомости. Но добиться такого эффекта было нелегко. Самое сложное – это прорезать все детали, выполненные в готическом стиле. Если венецианские маски поражали изяществом и легкостью, то полной им противоположностью были маски коренных народов Африки. В соседнем зале младшая группа готовилась к выступлению на сцене под звуки там-тама. Поделки, выполненные в половину роста ребят, были сделаны из бумаги и подручных материалов. У каждой свой неповторимый дизайн. Мы делали эту маску, основа была картон, украшали тоже картоном и вот такой вот бумагой. Волосы мы делали из шпагата и шерстяных ниток, раскрашивали гуашью. Весенний маскарад архитектурно-художественного отделения детской школы искусств был посвящен году театра. На сцене мальчишки и девчонки представили зрителям лики древнегреческих богов и героев мифов. Итальянская культура была представлена в интерпретации картин Джузеппе Арчимбольдо. На сцене танцевали овощные человечки, сделанные ребятами из бумаги и красок. А еще веселый зоопарк, часы и многое другое. Работы уникальные, сделаны по эскизам, по своим. Дети рисуют, дети проектируют, дети придумывают и потом это воплощают в материале. Всего в старт-параде приняли участие более 100 воспитанников детской школы искусств. На отчетном концерте каждый ребенок выступал со своей поделкой, над которой он кропотливо трудился в течение нескольких месяцев. По окончании учебного года творческие работы детей будут представлены на выставке в детской школе искусств. Елена Грискова, Артем Иглосков, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.